Мажорет – это танцевально-спортивный жанр, в котором сочетаются хореография, акробатика и владение предметами – помпонами, флагами и жезлом. В близком к нему направлении баттон-твирлинг спортсменам необходимо осуществлять вращение специальной тростью в сочетании с выполнением гимнастических элементов. В межрегиональных соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 5 регионов страны. Членам жюри и зрителям были продемонстрированы сольные, парные и командные номера с составом до 20 человек. Настоящие спортсмены, которые вот работают, отрабатывают не одну программу, у некоторых детей по 10 программ может быть. И сольные, и групповые. В динамичном акробатическом виде спорта не важен возраст. Заниматься им могут все желающие. Главная работа в команде и поддержка тренера. Юная мажоретка, 5-летняя София, начала заниматься в конце декабря, но благодаря совместной работе с педагогом уже смогла выйти на соревнования. Для нас это успех, что она сама все сделала, ничего не забыла, все броски поймала, то есть задачу минимум выполнила. Спорт для всех. Вот ребенок пришел 2 месяца и уже выступает. Ева Начкебия занимается мажоретом с 4 лет. Мама не жалеет, что отдала дочь в спорт. Она отмечает, что помимо ловкости и гибкости у Евы улучшилась успеваемость. Неудивительно, так как в этом направлении тренируется тело, а также развивается концентрация и внимание. Этот спорт очень хорошо влияет на мозг и на знания, и математика становится лучше, кстати. На соревнованиях оценивалось все – подача номера, костюмы и координация. Участники показали хорошие результаты подготовки – растяжку, пластику и умение работать в команде. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.